красавцы, парни, сейчас мне нужны. Ну, я думаю, пару сменок волновались, вся команда немножко волновалась перед стартом. Потом волнение, я думаю, прошло, и мы начали играть в свою игру. А пару ошибок во втором периоде нам забили, но мы продолжали играть в свою игру и забили гол, и выиграли группу болидов. Вот если говорить о всем турнире, вот сборная Чехии хороший, так скажем, партнер для старта именно такого длительного турнира? Ну, я думаю, да, они хорошая команда. На этом турнире нет плохих команд, так что выиграть может каждый. Так что кто больше хочет, тот и побеждает. Как игралось? Ну, поначалу немножко тяжеловато, раскачивали, все-таки играли без раскатки. Надо было втянуться, вообще понять, что это за уровень такой, переполняли эмоции. Конечно, мы, ну, я думаю, что ребята справились, все молодцы. И потом постепенно мы начали уже находить свою игру. Я думаю, к третьему периоду уже все больше и больше начали как бы становиться единым коллективом. Я думаю, что в будущем мы будем еще прибавлять и добавлять в своей игре. Вот действительно, не обидно ли было по игре, смотрелись, особенно во втором периоде, да, что и вроде бы и игра получалась, но шайба в ворота не летела никак. И обидно вот в таких ситуациях, по сути дела, не только начинать все сначала, но еще и отыгрываться. Ну, это еще одна проверка для нас, в первую очередь, характера. В этом и проявляется команда, коллектив, когда из тяжелых ситуаций мы выходим все вместе. Без разницы, кто забил или кто отдал. Там. Главное, что есть результат, я не могу выделить кого-то. Да? Мы старались, бились, всем ребята молодцы.